would you please? Umayana tamarandasya gyananjana shamakaya chaksur militanyena tasmai shri gurave namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasati Devi Kauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desatarine. Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're going through the Nectar of Devotion, and we're on chapter number 19, which is pure devotional service in love of God. Итак, мы читаем 19 главу Нектара преданности, которая называется «Преданное служение в чистой любви к Богу». So Rupa Goswami began with the explaining sadhana bhakti, which is devotional service and practice. And then for the last two chapters we were hearing about bhava bhakti, devotional service in ecstasy. И Rupa Goswami начал нам начал описание с садхана бхакти, описание преданного служения на практике. Затем две следующие главы были посвящены бхава бхакти, преданное служение в экстазе. Now this chapter is describing prema bhakti or devotional service and pure love of God. И эта глава описывает према бхакти, преданное служение в чистой любви к Богу. So there are three different levels of pure devotional service. И существует три разных уровня чистого преданного служения. Devotional service in practice, devotional service in ecstasy, and devotional service in love of God. Преданное служение в практике, преданное служение в экстазе и преданное служение в любви к Богу. Now, bhava bhakti is the beginning of prema bhakti. И бхава бхакти — это начало према бхакти. Бхава бхакти is like one ray of the sun, and према бхакти is like the full rays of the sun. И бхава бхакти как один луч солнца, а према бхакти как полный спектр всех солнечных лучей. So we will begin the chapter again. Just read the first paragraph. Итак, мы снова начнем. Читать эту главу. So I just repeat, yeah? Yeah. Когда желание любить Кришну в присущей для данного преданного форме отношений с Ним углубляется, чувство такого преданного называют чистой любовью к Богу. Преданный начинает с того, что действует в соответствии с регулирующими принципами преданного служения, выполняя указания своего духовного учителя. Когда в процессе этого он полностью очищается от материальной скверны, в нем развивается привязанность и вкус к преданному служению. Со временем, углубляясь, привязанность и вкус превращаются в любовь. На самом деле слово «любовь» можно употреблять только для обозначения отношений с личностью Бога. Оно неприемлемо к отношениям, характерным для материального мира. То, что в материальном мире называют любовью, есть не что иное, как вожделение. Между понятиями любви и вожделения лежит пропасть. Они также отличаются друг от друга, как золото от железа. В Нарада Панчаратре ясно сказано, что великие авторитеты Бишма, Прохлада, Удава и Нарада называют чистой любовью к Богу такое состояние человека, в котором его вожделение полностью перенесено на Всевышнего, а его представление о родственной близости тоже связано только со Всевышним. So Srila Prabhupada begins his explanation of
prema bhakti, of the love of God, by describing the different stages which we have to go through to come to that level of love of God. И Шрила Прабхупада начинает описание преданного служения в чистой любви к Богу с описания различных уровней, которые мы должны пройти, чтобы прийти к этой любви. In the beginning, we have to practice the regulative principles. So that is like sadhana bhakti. И в самом начале мы должны практиковать регулирующие принципы, и это sadhana bhakti. And we follow the principles under the direction of the spiritual master. И мы должны следовать принципам под выполняя указания духовного учителя. So by following the principles, one will become purified, will get rid of the attachment to the material sense gratification. И следуя этим принципам, мы очищаемся и тогда избавляемся от привязанности к материальным наслаждениям. And instead of thinking about sense gratification, we become attached to devotional service. И вместо того, чтобы думать о чувственных наслаждениях, мы привязываемся к преданному служению. And we even develop a taste. We actually take pleasure in devotional service. И у нас развивается вкус, благодаря которому мы даже получаем наслаждение в преданном служении. And gradually we will develop love for that devotional service. И постепенно мы развиваем любовь к преданному служению. So we have to understand that the word love in the spiritual sense, and not just simply, we think of love in, you know, in a mundane way, in a material way, in relation to the body, but that's not real love. И мы понимаем слово «любовь» в обыденном смысле, в материальном смысле, но это не есть настоящая любовь. Srila Prabhupada tells us, actually, there is no real love in the material world. И Шрила Прабхупада говорит нам, что в материальном мире на самом деле нет настоящей любви. What we think is love is just lust. И на самом деле то, что мы называем любовью, не что иное, как вожделение. So these two things are very different, love and lust, like the difference between gold and iron. Эти две вещи, они принципиально различаются. Это все равно, что разница между золотом и железом. So when that lust, when we transfer our lust to Krishna, then that is actually love. И когда мы переносим свое вожделение на Кришну, то это и становится настоящей любовью. So we have to learn how to direct instead of lusting for some material thing, material person or material object, we have to develop lust for Krishna. И мы должны научиться тому, как переносить свое вожделение каким-либо материальным вещам или к людям на вожделение к Кришне. And Srila Prabhupada tells us that this is accepted by all the great devotees like Bhishma and Prahlad and Uddhava and Narada. They all accept that kind of attachment to Krishna, that is pure love. И Шрила Прабхупада говорит нам, что великие личности, великие авторитеты, такие как Бишма, Прахлада, Удава и Нарада, они все приняли эту привязанность к Кришне, чистую любовь к Нему. Go ahead. Великие авторитеты, в частности Бишма, объясняют, что любовь к Богу подразумевает полный отказ от так называемой любви к кому бы то ни было другому. По мнению Бишмы, любовь подразумевает сосредоточение всех своих чувств на одной личности и утрату привязанности ко всем остальным. Верховная личность Бога становится объектом такой чистой любви по двум причинам. Либо от переживания экстаза, либо по беспричинной милости самой Верховной личности Бога. Okay, so Prabhupada is quoting Bhishma. That Bhishma, how Bhishma describes pure love of God.
Bhishma is one of the 12 Mahajans, so he's an authority on devotional service. И здесь Шрила Прабхупада повторяет слова Бишмы. И Бишма был одним из 12 Махаджан. Он является авторитетом в преданном служении. Now Bhishma was a brahmachari, lifetime brahmachari, and we may say, well, what would, he doesn't know anything about love, but actually he is a great devotee. И Бишма всю жизнь был брахмачари, и мы можем сказать, что что он может знать о любви, но на самом деле он был великим преданным. What we think about love, that is not real love, that is lust. И то, что мы думаем о любви, на самом деле является вожделением. Это не настоящая любовь. But Bhishma understands what is actually real love. Но Бишма знал, что такое истинная любовь. And he says that you have to have you simply have an attraction and you just want to be absorbed in thinking about one person. И он говорит, что когда человек любит, он сосредотачивается, и его ум полностью поглощен одним человеком. You don't think about anybody else. You're only attached to this one person. И вы не можете думать ни о ком другом. Вы привязаны к одной личности. And you give up all other concerns and any other affection or relationships with other people, you give that up. И вы отказываетесь от всех остальных привязанностей, от всех остальных отношений с другими людьми. So Bhishma describes that pure love given to Krishna happens in under two different ways. И Бишма говорит, что любовь к Кришне, она происходит двумя способами. One way is out of ecstasy. И один путь – это от переживания экстаза. In other words, because you're coming to prema bhakti, you're developing this love, you're coming through the lower level, you come through bhava bhakti. Bhava bhakti is a level of devotional service in ecstasy. So that will lead one to prema bhakti. Другими словами, когда вы приходите к према бхакти, вы проходите сначала уровень бхава бхакти, а что значит преданное служение в экстазе. But there's another way you can come to pure love of Krishna, and that is by the mercy of Krishna himself. И другой способ – это прийти к любви к Кришне, это беспричинная милость самого Кришны. So to get the mercy of Krishna then is very rare, it's a rare thing, but it's possible. И получить милость Кришны – это очень редкая вещь, но это возможно. To develop pure love of Krishna itself is very special, very rare. И получить чистую любовь к Кришне – это большая редкость, это что-то очень, нечто особенное. Most people in the world were very absorbed in the body and our senses, and we just want to enjoy the body and the senses. И большинство людей в этом мире, они поглощены мыслями о своем теле, об удовлетворении чувств. Okay, go ahead. Следующий пункт называется экстаз. Выполнение правил и ограничений преданного служения, установленных богооткровенными писаниями и истинным духовным учителем, могущественный метод пробуждения экстатической любви к Богу. В 11-й песне Шримад Бхагаватам 2.40 эта экстатическая любовь, пробуждающаяся в ходе регулируемого преданного служения, описывается следующим образом. Следуя регулирующим принципам преданного служения, преданный развивает свое врожденное сознание Кришны, и когда при этом сердце его размягчается, он начинает петь и танцевать, как сумасшедший. Повторяя святое имя Господа,
Он то плачет, то начинает бредить, то поет, то, не обращая внимания на окружающих, пускается в пляс, как безумец. Экстатическая любовь, вызванная спонтанной любовной привязанностью, описывается в Падма-пуране. Известная красавица Чандраканти строго хранила целомудрие, чтобы получить мужья Кришну. Она постоянно медитировала на трансцендентный образ Господа и пела ему славу. Она не хотела себе никакого другого мужа. Она твердо решила, что ее мужем будет только Господь Кришна. All right, so Prabhupada is describing to us how we can develop this love of God through the process of ecstasy. И Шрила Прабхупада здесь описывает, как мы можем обрести любовь к Богу через процесс экстаза, экстатической любви. And he said, we can come to that level simply by following the rules and regulations of devotional service. И он говорит, что мы можем выйти на этот уровень, просто следуя правилам и предписаниям преданного служения. And these rules and regulations are all given in the scriptures, and they're also given to us by the spiritual master. И все эти правила и предписания мы можем найти в священных писаниях, и все они также даются нашим духовным учителям. So, this is like Vaidhi sadhana bhakti, that you follow the rules and regulations. Это словно Vaidhi sadhana bhakti, когда вы следуете правилам и предписаниям. And by following the different rules and regulations, we develop our Krishna consciousness. И следуя различным правилам и предписаниям, мы развиваем наше сознание Кришны. Because Krishna consciousness is natural, it's within us. And when we practice the process of bhakti yoga, then we naturally awaken love for Krishna. We awaken our attraction to Krishna. И преданное служение, оно уже находится внутри нас. И когда мы начинаем практиковать бхакти йогу, то мы пробуждаем эту привязанность к Кришне. And in Krishna consciousness, then the effect of Krishna consciousness is that our heart becomes soft. И результат, эффект от сознания Кришны состоит в том, что наше сердце размягчается. Now, if we follow other processes, if we were to do austerities, it makes the heart very hard. Но если мы следуем каким-то другим процессам, например, если мы совершаем аскезы, то наше сердце становится очень чёрствым. But when we apply ourselves to devotional service, the heart becomes soft, the heart melts. Но когда мы занимаем себя преданным служением, наше сердце размягчается, оно тает. And some different effects are going to be there to indicate that the person's heart is becoming soft. И начинают проявляться различные признаки того, что наше сердце становится мягким. One of them things is like when chanting the holy name, then sometimes he will cry. И один из них состоит в том, что когда человек повторяет святое имя, он начинает плакать. And sometimes he will sing. Иногда он начинает петь. Or sometimes he will just talk about things which nobody can understand. И иногда начинает говорить о таких вещах, которые никто не понимает. And sometimes he will also dance like a mad person. А иногда он начинает танцевать, словно безумец. So this kind of ecstasy, it may be visible, it may not. И такого рода экстаз, он может быть проявлен, его можно видеть, а может он и не быть проявлен. We shouldn't think that everybody who does these things is in ecstasy. We don't know. It's not always genuine. И мы не должны думать, что каждый, кто проявляет такие вещи, он находится в экстазе, что он искренен. But when we studied Bhava Bhakti earlier, last week and the week before, we heard about the different characteristics of one who is practicing Bhava Bhakti.
Но когда мы изучали Бхава Бхакти неделю назад, мы изучали различные характеристики качества того, кто находится на уровне Бхава Бхакти. That he's very careful not to waste a moment of time which he can use in the service of Krishna. Такой человек даже не теряет ни секунды времени, которое он бы мог посвятить служению Кришне. And he's very attached to living in the holy dham where Krishna performed his pastimes. И такой человек очень привязан к тому, чтобы жить в святой дхаме, где Кришна являл свои игры. And he's always talking about Krishna and his different qualities and pastimes. He can't stop talking about Krishna. И этот человек не может остановиться, рассказывая о Кришне, о его играх. Yeah, there were 9 different qualities of a characteristics of a person who has developed Bhava Bhakti. И существует 9 различных качеств, характеристик человека, который развил Бхаву Бхакти. But then Srila Prabhupada gives us an example from the Padma Purana about somebody who developed love for Krishna spontaneously. И затем Шрила Прабхупада дает нам пример из Падма Пураны о личности, который развил в себе спонтанную любовь к Кришне. And they developed ecstatic love. И они развили экстатическую любовь. Just by spontaneous affection. Благодаря спонтанной привязанности. So this was a fair-faced girl whose name was Chandrakanti. И это была известная красавица, которую звали Чандраканти. And this woman, Chandrakanti, had a desire to get Krishna as her husband. И эта женщина, у нее было желание получить Кришну в мужья. So she very carefully practiced celibacy. И она очень строго соблюдала целибат. And she was always meditating on the form of Krishna. И она постоянно медитировала на образ Кришны. And she was always chanting the glories of Krishna. И она всегда воспевала его славу. So she would not accept anyone else as her husband. И она не хотела в себе никого другого в мужья. She decided only Krishna would be her husband. И она решила, что только Кришна будет ее мужем. Of course, we saw in Krishna Lila there was a queen, Rukmini was like that before her marriage, that she wanted to take Krishna as her husband. И в Кришна Лиле мы видели, что Рукмини вела себя подобным образом, она хотела получить Кришну себе в мужья. Rukmini had heard about Krishna from Narada Muni. Рукмини услышала о Кришне от Нарады Муни. And she decided Krishna would be her husband, but she had a brother, and her brother was going to get her married to another man. И она решила, что она выйдет замуж только за Кришну. Но у нее был брат, который хотел, чтобы она вышла замуж за другого мужчину. Rukmini's brother was someone called Rukmi, and he was a friend of Duryodhana. So he wanted, he was a friend of Sishupal, so he was going to have Rukmini married to Sishupal. И брата Рукмини звали Рукми, и он был другом Шишупала и хотел, чтобы Рукмини вышла замуж за Шишупалу. But I never saw Krishna came and he kidnapped Rukmini before she could marry Sishupal. Но тем не менее Кришна приехал и похитил Рукмини до того, как она вышла замуж за Шишупалу. And there was some fight, but Krishna defeated everyone and he went away, took Rukmini for his wife. И случилось в результате этого сражения, но Кришна победил всех и забрал себе Рукмини как свою жену.
So she was the first of Krishna's wives. И она была первой из всех жен Кришны. Of course, Krishna took many, many other ladies as his wives. He finished with 16,108 wives. Конечно, Кришна принял себе в жены еще много женщин. У него было 16,108 жен. But Rukmini was the very first of all of his wives. Но Кришна, но Рукмини была самой первой из них. And she sent a letter to Krishna in Dwarka. She'd written a letter and given it to a brahmana to take to Krishna in Dwarka. И она отправила письмо Кришне в Двараку. Она написала это письмо и дала его браману, чтобы он доставил его Кришне в Двараку. And in the letter she expressed her love for Krishna, and she declared that if she could not get Krishna for a husband in this life, she was going to undergo austerities, birth after birth, until she got Krishna as her husband. И она в этом письме призналась Кришне в своей любви и сказала, что если она не получит Кришну в мужья в этой жизни, то она будет жизнь за жизнью совершать аскезы до тех пор, пока Кришна не станет ее мужем. So there are other examples of ladies who also had this kind of vow. They just wanted Krishna as their husband. Есть и другие примеры женщин, которые давали обеты, чтобы Кришна стал их мужем. And we see the gopis, they also wanted Krishna as their husband. When they were young gopis, very young gopis, they were doing Katyayana puja to get a husband. И мы знаем, что гопи также хотели получить Кришну в мужья, и когда они были совсем юными, они участвовали в Катьяяне пуджи ради этого. And Krishna arranged to satisfy their desires. И Кришна все устроил таким образом, чтобы их желания были удовлетворены. So if you have that desire and you're very sincere, then Krishna can arrange to take you for his wife. И если у вас есть это желание, вы очень искренне, то тогда Кришна все устроит, чтобы сделать вас своей женой. Why should you marry a man with a material body when you can marry the Supreme Lord who has a spiritual body? Почему вы должны выходить замуж за мужчину, у которого материальное тело, вместо того, чтобы выйти замуж за Кришну, у которого тело духовно? Okay, so we have to hear about the second. There were two ways by which we could develop prema bhakti. One was by mercy, one was by ecstasy, and the other way is by the Lord's mercy. So now we're going to hear about the Lord's extraordinary mercy. И есть два способа обрести чистую любовь к Богу, и один из них это экстаз. И второй способ – это особая милость Господа. Go ahead. Если преданный постоянно общается с Господом, все время пребывая в состоянии экстатической любви, нужно понимать, что он возведен до этого положения самим Господом, проявившим к нему особую беспричинную милость. Пример такой особой милости приводится в 11-й песне Шримад-Бхагаватам 12.7, где Господь Кришна говорит Удаве: «Гопи Вриндавана не изучали вед, чтобы обрести меня. Они никогда не совершали паломничество по святым местам, не придерживались регулирующих принципов и не подвергали себя аскезам. Только общение со мной возвело их на высшую ступень совершенства в преданном служении». So, Srila Prabhupada explains to us that a devotee who is always associating with Krishna in love, in ecstatic love, then this is the mercy of Krishna. И Шрила Прабхупада нам объясняет, что преданный, который постоянно общается с Господом, пребывая в состоянии экстатической любви, он возведен до этого положения самим Кришной. That somehow Krishna has given that mercy on this person, and without any reason. И каким-то образом Кришна дал этому человеку
эту милость без какой-либо причины. So there are examples, and we hear from the Srimad Bhagavatam, 11th canto, about the gopis in Vrindavan. И пример такой особой милости приводится в 11-й песне Шримад Бхагаватам, где описываются гопи Вриндавана. So the gopis of Vrindavan, they did not study the Vedas. И гопи Вриндавана, они не изучали Вед. And they'd never been to any holy place. Of course, the gopis of Vrindavan, they're living in the most holy of all places. So they don't go to any other holy place. И они никогда не посещали святых мест. Конечно же, гопи Вриндавана, они жили в самом святом месте, и поэтому они больше никакие места не посещали. We heard later on, Krishna did tell them to come to Kurukshetra, and they met Krishna at Kurukshetra. И позже мы узнаем, что Кришна пригласил их встретиться, приехать на Курукшетру и встретиться там. But the gopis, they didn't follow any regulative principle. Но гопи, они не придерживались никаких регулирующих принципов. And they didn't do any kinds of great austerity. И они не делали никаких великих аскез. So how did they get this? How did they become such good devotees? Как же они стали такими хорошими преданными? And Padma Purana said, well, Srimad Bhagavatam, Krishna said, it is simply by my association they have come to this level. И в Шримад Бхагаватам Кришна говорит, только благодаря общению со мной они вышли на этот уровень. So if one is so fortunate to get the association of Lord Krishna, then it can be a great advantage to help one to advance in spiritual life. Если человек имеет такую удивительную возможность общаться с Кришной, то он очень продвинется в своей духовной жизни. At the same time, unless one is very advanced in spiritual life, then one would not get the association of Krishna. Но тем не менее, тот, кто очень продвинут в духовной жизни, он может не получить общение с Господом. So we cannot understand the position of the gopis very easily. Не так-то просто понять положение гопи. Yeah. Go ahead. На примерах Чандраканти из Падма Пураны и гопи из Шримад Бхагаватам видно, что если преданный постоянно думает о Кришне и всегда поет ему славу в экстазе любви, то в каком бы состоянии он ни находился, по особой милости Господа Кришны, он обязательно достигнет высшего совершенства ничем не оскверненной преданной любви. Это подтверждается в Шримад Бхагаватам. Если человек поклоняется Хари, Верховному Господу, чтит и любит его, это свидетельствует о том, что он уже совершил всевозможные аскезы и покаяния и практиковал все прочие методы самосознания. С другой стороны, если, пройдя через всевозможные аскезы и покаяния и выполнив все упражнения мистической йоги, человек не развивает в себе любви к Хари, то следует считать, что все это было пустой тратой времени. Тот, кто видит Кришну внутри и вне себя, превзошел все аскезы и покаяния, совершаемые ради самосознания. А если после аскез и покаяния человек не обрел способности видеть Кришну внутри и снаружи, то все его жертвы были напрасны. Yes. So we have the two examples here, people who got love of Krishna, right? We have the gopis and we have Chandrakanti. И здесь нам приводится два примера личностей, которые обладали любовью Кришны. Это были гопи и Чандраканти. So they were always thinking about Krishna, and they always chanted about Krishna's qualities and pastimes. И они всегда думали о Кришне и всегда воспевали качества Кришны, его игры. And they didn't worry about Krishna's condition, they were not thinking about their own situation, and they were just naturally attracted to Krishna. И они никогда не думали о самих себе, в каком бы состоянии они ни находились, они всегда были привязаны к Кришне.
So this is Krishna's mercy. Такова милость Кришны. That they're so attached to Krishna. Они так привязаны к Кришне. So somebody may do a lot of worship, and they may love, they may show a lot of love for Krishna, and they may do all kinds of. So if somebody is worshipping Krishna and they have a lot of love for Krishna, it means that in the past they already did all the other things. Если кто-то поклоняется Кришне, у него им обладает большой любовью к Кришне, это значит, что в прошлом он сделал все остальное. It means in the past they already did a lot of austerities, and they did a lot of penances, and they did everything to become self-realized. Это значит, что в прошлом такие личности уже совершили всевозможные аскезы и покаяния и все прочие методы самосознания. They practiced celibacy, and they went to holy places, and they cultivated all the good qualities. Они посещали святые места, они практиковали целибат, развивали все хорошие качества. And now they're thinking, and that's how they've come to this level of being able to worship Krishna. И таким образом они вышли на этот уровень и обрели способность поклоняться Кришне. But somebody may do all the austerities, he may do all these things, all the different practices, and he may not develop love for Krishna. Но кто-то может совершать все эти аскезы, но тем не менее так и не имеет любви к Кришне. So that means all the things which he did were useless. There was no real benefit. И это значит, что все, что он делал, на самом деле бесполезно и не имеет никакого, не несет с собой никакого блага. And some devotee may be very fortunate that they're able to always see Krishna inside and out. They're always thinking of Krishna. Но некоторые преданные, они имеют удачу всегда видеть Кришну внутри себя. So it means he must have already passed all the austerities and done all the other things. И такой человек уже прошел все виды аскез и покаяний. But somebody else, they may be doing all of these penances and austerities, and they never see Krishna. Но кто-то другой совершал все эти аскезы и покаяния, но никогда не видел Кришну. Then everything he does is useless. All of his penances and all of his practices, he had no benefit. И таким образом все, что он делал, абсолютно бесполезно, и все эти покаяния и практики, они не принесли им блага. So the important thing is to develop this attraction for Krishna. Would you repeat please, Guru Maharaj? The important thing is we have to develop this attraction for Krishna. И важное, самое важное состоит в том, чтобы развить эту привязанность к Кришне. Go ahead. Спонтанная привязанность к Кришне, возникающая по беспричинной милости Господа, может проявляться в двух формах: как глубокое благоговение перед величием Господа и как стихийно возникающая привязанность к Кришне, не вызванная никакими внешними причинами. Как говорится в Нарада Панчаратри, тому, чье глубокое благоговение перед величием Верховного Господа превращается в сильную привязанность к Богу и непоколебимую любовь к Нему, безусловно, гарантированы четыре вида освобождения, приемлемого для вайшнавов: достижение той же формы тела, что у Господа, обретение тех же богатств, какими владеет Господь, проживание на одной планете с Господом и возможность вечно общаться с Господом. Вайшнавское освобождение в корне отличается от освобождения майявади, растворения в сиянии Господа. So Prabhupada is explaining that there are two kinds of ways in which one can develop, one in which one gets the mercy of Krishna. И Шрила Прабхупада говорит нам здесь, что существует милость Кришны, она проявляется в двух формах. And one is due to profound veneration
for the greatness of Krishna. И первое – это глубокое благоговение перед величием Кришны. And the other is just simply due to being automatically attracted to Krishna without any other consideration. И вторая форма – это стихийная возникающая привязанность к Кришне без каких-либо внешних причин. So then Prabhupada explains first of all about this profound veneration for the greatness of Krishna. И сначала Шрила Прабхупада описывает это глубокое благоговение перед величием Кришны. And Rupa Goswami quotes from the Narada Pancharatra, and he describes about the benefit of this kind of veneration. И Рупа Госвами приводит цитату из Панчарадры, где описывает все блага, которые приходят из этого глубокого благоговения. So if someone gets a great, if we get a lot of affection for Krishna and steady love for Krishna, that is profound veneration. И когда человек имеет сильную привязанность к Кришне и непоколебимую любовь к Нему, это и есть глубокое благоговение. And the result is that you get one of the four kinds of liberation. И результатом этого является обретение одного из четырех видов освобождения. Either you can go get the body like Krishna with the same bodily features, four-arm form. Первое из них – это вы можете обрести тело той же формы, что и у Господа, это четырехрукая форма Господа. Or you can have the same opulences of Krishna. Либо вы можете обрести те же богатства, что и у Кришны. Or live on the same planet where Krishna lives. Либо жить на одной планете с Господом. And the fourth thing is to become an eternal associate with Krishna. И четвертое – это возможность вечно общаться с Кришной. Now there is one more kind of liberation, but that is not given to devotees. That is for the Mayavadis. И есть еще один вид освобождения, но он не предназначен для преданных. Это то, к чему стремятся Майявади. And for them, liberation means to merge, to become one, to enter into the effulgence of Krishna. И для них освобождение обозначает растворение в сиянии Кришны. And the Mayavadis consider that they lose their individuality and enter into the oneness of the Brahman. И Майявади считают, что они теряют свою индивидуальность и входят в это единственное пространство Брахмана. So a devotee will never accept that kind of liberation, because there's no opportunity to do devotional service. И преданный никогда не примет такого рода освобождения, потому что там нет возможности заниматься. Without devotional service, then it's simply hell. Без преданного служения это просто ад. Should always be the opportunity to do some devotional service. Всегда должна быть возможность сделать, совершать какое-то преданное служение. Meaning hearing and chanting and remembering, this is the beginning of devotional service. Что означает слушание, воспевание и памятование – это начало преданного служения. Go ahead. Нарада Панчаратра определяет чистое, беспримесное преданное служение как служение, которое не мотивировано никакой личной выгодой. Единственный способ привлечь к себе внимание Господа – это постоянно находиться в состоянии любви к Кришне и всегда сосредотачивать на нем свои помыслы. Иначе говоря, чистым вайшнавам нужно считать того, кто постоянно размышляет об образе Господа Кришны. Okay, so, this is a statement from the Narada Pancharatna, again, describing pure love for Krishna. И здесь снова приводится цитата из Нарада Панчаратры, которая описывает чистую любовь к Кришне. And the first qu-
qualification of pure love is that there's no, you don't desire any personal benefit from it. И первый признак этой чистой любви заключается в том, что вы не желаете никакой личной выгоды от этого человека. Material world, everybody wants to know, what will I get, what will you give me, you know, we want personal benefit. We do something, we want to benefit. But devotional service means simply want to serve Krishna, we don't think about ourselves. И в материальном мире мы всегда думаем, а что ты мне можешь дать, как я выиграю от общения с тобой? Но в общаясь с Кришной, мы думаем только о том, как бы ему послужить. Мы не думаем о себе. So the nature of that pure love is that devotee always thinks of Krishna, his mind is always fixed on him. И природа этой чистой любви Кришны состоит в том, что человек всегда думает о нем, его ум постоянно сосредоточен на Господе. And because the devotee is always thinking of Krishna, Krishna thinks of him. И поскольку преданный всегда думает о Кришне, Кришна всегда думает о нем. Krishna reciprocates with the love of the devotee. И Кришна, он связан, Кришна отвечает взаимностью на любовь преданного. So Prabhupada writes that a devotee who is always thinking of Krishna, then he's a pure devotee. И Шрила Прабхупада пишет, что преданный, который всегда думает о Кришне, является чистым преданным. It's a very simple definition of a pure devotee, that they're always thinking of Krishna. Это очень простое определение преданного, чисто преданного. Такой преданный всегда думает о Кришне. Of course, we should think of Krishna in a favorable way. We shouldn't think of Krishna in a bad way. We shouldn't be like Kamsa, who wants to kill Krishna. It should be favorable. И, конечно же, мы всегда должны думать о Кришне в благоприятном ключе, а мы не должны думать о Кришне каким-либо, мы не должны думать о Кришне плохо, как, например, это делал Камса. Okay, go ahead. Обычно преданного, который достиг беспричинной милости Господа, строго следуя всем правилам и ограничениям преданного служения, начинает привлекать непревзойденное величие Господа, его трансцендентная красота и спонтанное преданное служение ему. Другими словами, оценить трансцендентную красоту Господа во всей полноте способен только тот, кто соблюдает регулирующие принципы преданного служения. Но в любом случае преданный может занять такое высокое положение только благодаря особой милости Господа к нему. Mm-hmm. So, Srila Prabhupada is writing that the sign of that a devotee has achieved the mercy of Krishna is due to his, he strictly follows all the rules and regulations of devotional service. И Шрила Прабхупада здесь пишет, что преданный, который достиг беспричинной милости Кришны, он строго следует всем правилам и предписаниям преданного служения. And he becomes attracted by the greatness of Krishna. И такого преданного начинает привлекать величие Кришны. He will hear about Krishna's wonderful qualities and wonderful activities. Он слушает о замечательных качествах Кришны и его удивительных деяниях. And he'll hear about the beauty of Krishna, how Krishna is so attractive. И также он слушает о красоте Господа, насколько Господь привлекателен. And he becomes eager to also engage in devotional service. И он обретает жгучее желание также заниматься преданным служением. So this is this, the mercy, this causeless mercy of Krishna, that one comes to that position. И такова беспричинная милость Кришны, когда человек выходит на этот уровень. So he followed all the regulative principles of devotional service, first of all.
И прежде всего такой человек следовал всем правилам и предписаниям преданного служения. And that allowed him to appreciate more the qualities of Krishna. И это позволило ему больше оценить качества Кришны. Particularly the beauty of Krishna. Особенно красоту Кришны. And so this way he becomes very attached to Krishna and Krishna's service. И таким образом он стал очень привязан к Кришне и к служению ему. So he comes to that position. This is a mercy, extraordinary mercy of Krishna upon the devotee. И он вышел на этот уровень. Hare Krishna. Hare Krishna, now I can hear you. Yeah, okay, back. We lost the connection. Okay, so, these are the example of the mercy of Krishna, the causeless mercy of Krishna. Таков пример беспричинной милости Кришны. Devotee asked Prabhupada, what does it mean, causeless mercy? And Prabhupada said, just like somebody comes and they offer you $1,000,000, they say, here, take it. И преданные спросили Шрилу Прабхупада, что значит беспричинная милость? И Шрила Прабхупада сказал, например, это похоже на то, как кто-то приходит к вам и предлагает вам $1,000,000 и говорит, пожалуйста, возьмите. Maybe the man was a stranger and he just comes and walks up to you and he holds money in front of you and said, here, take it, this is for you. Это может быть незнакомец, этот человек просто подходит к вам и протягивает вам деньги и говорит, пожалуйста, возьми, это для тебя. So that is causeless mercy. Это и есть беспричинная милость. So of course it doesn't happen very often, does it? We don't get that kind of experience. И, конечно же, это случается нечасто, у нас нет такого рода опыта. The same way, causeless mercy of Krishna is rarely achieved. И подобным же образом беспричинную милость Кришны очень сложно обрести. So we have, how do we get the mercy of Krishna? We have to deserve the mercy. И как мы можем получить эту милость Кришны? Мы должны заслужить ее. We have to show Krishna. We're very serious. We really want to get Krishna. И мы должны показать Кришне, что мы очень серьезны и действительно хотим достичь его. We don't want anything else. Мы не хотим ничего другого. So Krishna will test us. И, конечно, Кришна будет проверять нас. We heard earlier, Krishna rarely gives. He rarely gives this kind of mercy to devotees. И мы уже читали раньше о том, что Кришна очень редко дает такого рода милость преданным. Because he knows he becomes purchased, he becomes controlled by the devotees who have pure love for him. Поскольку он знает, что он будет находиться под контролем тех преданных, у которых есть чистая любовь к нему. Just like Krishna became the chariot driver for Arjuna. Например, как Кришна стал колесничим Арджуны. And he became a messenger for Maharaj Yudhishthira. И он стал посланником Махараджа Юдхиштхиры. And he became tied up by Mother Yashoda. И его связала матушка Ишода. So Krishna doesn't give these opportunities to everyone, only to his very pure devotees.
Таким образом, Кришна не дает такую милость всем и каждому, только своим чистым преданным. So we can develop our pure love for Krishna also by following rules and regulations. И мы можем развить чистую любовь к Кришне благодаря следованию правилам и предписаниям. Although it's difficult to get the mercy, causeless mercy of Krishna, if we strictly practice the rules and regulations, we can achieve the same result. И несмотря на то, что очень сложно достичь беспричинной милости Кришны, но если мы будем следовать строго всем правилам и предписаниям, мы можем достичь этого результата. We have to be very, very determined to strictly follow all the rules and regulations. И мы должны быть очень решительны в том, чтобы следовать всем, строго следовать всем правилам и предписаниям. And the most important rule and regulation is to always remember Krishna. Самое важное правило и предписание состоит в том, чтобы всегда помнить о Кришне. All right, so we will stop here to today. We'll take any questions. И сегодня мы здесь остановимся. И есть ли вопросы? Yes, в Раджарани Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Кришна, преданный Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны, если слава Шри Прабхупаде, спасибо за лекцию. Говорили, что гопи достигли совершенства, потому что они общались с Кришной непосредственно. У нас в обществе бывают случаи, когда преданные общаются с дикшей очень близко или в хороших доверительных отношениях с другими саньяси и брахмачари, лидерами ИСКОН. Но с рядовыми преданными отношения строить не могут. Приезжают в другие храмы, не видят местных лидеров. Лидеров непослушные, не имеют критический ум. Значит, для нас не является критерием общения только с дикшей и другими лидерами? Или просто что-то идет не так в общении со старшими? Поэтому не меняемся в целом. Перед лидерами, которые нам нравятся, мы всегда стараемся быть смиренными и послушными. Но в обществе преданных в целом и с другими старшими вести себя смиренно не хватает уже качества. Спасибо. Почему так? Hare Krishna, please accept my humble obeisances, Guru Maharaj and devotees of glories to Srila Prabhupada. Thank you for your lecture. The gopis became perfect because they were in direct contact with Krishna. In our society, there are some cases when devotees communicate with Diksha Guru very closely or in good, just trusting relationships with other sannyasis and brahmachari leaders of ISKCON, but they cannot build relationships with ordinary devotees. When they come to their temples, they don't see local leaders as leaders. They are not obedient. They just have a critical mind. So it's not a criterion for communication with Diksha and other leaders, or just what goes wrong in dealing with senior devotees. So doesn't change. So it doesn't change in general. In front of the leaders that we like, we always try to be humble and obedient. But in the society of devotees, in general, and with other senior devotees, we don't behave humbly. It's just lack of qualities. Why it's like that? Thank you. Why it's like that? Well, we can't say it's like that for everyone. It's not a general rule. Some people may be like that, but not everyone. Но это не является каким-то общим правилом. Да, некоторые люди ведут себя так, но не все. It takes time to get to know. You have to give people more time to get to know them.
You have to be, they have to be willing to spend more time there with you. And then sometimes, you know, people don't appear very humble, but actually they may be quite humble. It's just that you're not seeing the humility in them. И на самом деле вам нужно просто больше времени, чтобы узнать этих людей, и вам может казаться, что они внешне ведут себя не очень смиренно, но на самом деле внутри у них очень много смирения. Вы просто должны увидеть это смирение в них. Often we just don't know the person well enough, so we can't appreciate the humility which is there in him. But the fact that the person is engaging in devotional service, we should understand that he has all the qualities of a devotee. И на самом деле это очень часто, когда мы не знаем хорошо человека, то мы не видим внутри него это смирение, но если человек уже занимается преданным служением, значит в нем есть все хорошие качества. Because he's regularly chanting the holy name, and because he's preaching the glories of the Lord, then certainly his existence will gradually be purified. И если он повторяет святые имена, постоянно повторяет святые имена, если он проповедует славу Господу, то, конечно же, его существование постепенно будет очищаться. It's natural that he will have more association with the leaders rather than with ordinary devotees. И для него естественным является то, что он больше общается с лидерами, чем с обычными преданными. He comes to the temple, he gets association. The people arranging the programs are the leaders. So he'll be careful to cultivate that relationship with the leaders. И человек приходит на программы, которые организуют, конечно же, лидеры, и вы должны быть очень осторожны в общении с лидерами. You usually find that people on one level, people who are on the same level, they will associate more together. И люди, которые находятся на одном уровне, они больше взаимодействуют друг с другом. But if you also approach them, they're probably also willing to spare time and to talk with you and associate. Но если вы подходите к ним, то они, конечно же, будут уделять вам время какое-то, чтобы для общения. So you shouldn't make judgments of people, just try to be Krishna conscious yourself, try to keep your own Krishna consciousness. Just, you know, don't be negative, don't think negatively of others. И просто старайтесь не судить других преданных, просто старайтесь не думать о них негативно, просто будьте в сознании Кришны. Don't be thinking, oh, this person's like that, and these people are no good. But we should be looking at our own self, and we shouldn't be judging others, but we should be judging ourselves. That what am I doing? Where am I? What's my position? Старайтесь не судить других преданных, а лучше думайте о том, что делаете вы, что я думаю, что я делаю. So the more we're thinking about ourselves and our fallen position and thinking how to elevate ourselves, that will be good for us. И для нас будет хорошо больше думать о нашем положении, нашем падшем положении, о том, как нам стать лучше. Don't be thinking about other people, where they at, what is their position, but look at our own self. Не думайте о других людях, о том положении, которое они занимают. Просто больше думайте в этом плане о себе. Srila Prabhupada didn't like to hear devotees give complaints about others. He liked to hear devotees appreciate other devotees. И Шри Прабхупаде не нравилось, когда преданные жалуются на других преданных. Ему нравилось, когда преданные ценят друг друга. Шри Прабхупада said that the neophyte tendency
is to find fault and to complain about others. И Шрила Прабхупада говорил, что тенденция неофитов всегда находить недостатки и жаловаться на других. But one who is advanced, he will see the good in others and he will see his own faults. Но тот, кто продвинут, он всегда будет видеть хорошее в других и видеть недостатки в себе. But if we are thinking, no, I'm a great devotee, I have no faults, then that's not very good. Но если мы думаем, что, о, я хороший, преданный, и я не совершаю никаких ошибок, то, ну, это не очень хорошо. Да, there may be faults in other people, but that's not our problem. We should be worried about our own devotional service. Да, в других людях могут быть какие-то недостатки, но это не наша проблема. Мы должны думать о собственном преданном служении. And we should be concerned ourselves to come to the level of pure devotion. И мы должны думать о том, как выйти на уровень чистого преданного служения. And the more we think we're fallen, then the more we're advancing in Krishna consciousness. И чем больше мы думаем о том, что мы падшие, тем больше мы продвинуты в сознании Кришны. The gopis, they don't think they're great devotees, they think everyone else is a devotee. И гопи не думали о том, что они великие преданные, они думали, что все вокруг являются великими преданными. The gopis, they think that the trees and the birds and the forests of Vrindavan and even the rivers and the clouds, they're all much better devotees than they are. И гопи думали, что цветы, деревья во Вриндаване, и даже реки, облака намного лучше и преданные, чем они. So this is a very important point. We have to get very clear in our minds. И это очень важный момент, который мы четко должны запомнить. Look at our own self. What is our position? What are we doing? What is our И смотрите сами на себя, каково мое положение, каковы проблемы, мои проблемы. Okay, another question. И следующий вопрос. Мадхурадат Прабу, вы зададите свой вопрос или мне прочитать? Задам, Хари Кришна. Слышно? Хари Кришна, да. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие вайшнавы, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. Прошу прощения за длинный первый вопрос, надеюсь, не займет слишком много времени. Итак, когда преданный, уже имеющий некоторую веру, но также еще не изжил материальной привязанности, тонкие или грубые, просит у Кришны исполнения каких-то некоторых материальных желаний. Ну вот могут проскакивать такие мысли, хотя они и не доминируют в уме. И Кришна исполняет эти желания, хотя, казалось бы, логическая вероятность их реализации достаточно мала, но это случается. Преданный ликует, и может быть даже не столько от получения этого блага, а от того, что он убедился в том, что Кришна есть в его жизни, он участвует и помогает. И одновременно преданный думает, что, Господи, я по такой ерунде осмеливаюсь проверять Кришну. Но, с другой стороны, это ценный опыт и большая радость от того, что вот он, Кришна, появился и проявился. И даже не так ценно, что он там получил в итоге, как эта радость от ответа Кришны. И вопрос, так ли это плохо, если преданный не просто грубо или тонко хочет насладиться чем-то, а хочет убедиться в том, что Кришна есть в его жизни, и так он развивает отношения. Он с некоторым смущением относится к этим своим просьбам, но при этом осознает, что это сознание пока не доросло до глубоких духовных просьб. И он хочет оставаться искренним и не изображать возвышенный духовный уровень, которого не достиг по факту, поэтому просит на своем уровне. Hare Krishna, dear Maharaj and dear Vaishnavas, please accept my humble obeisances. I just apologize for the long first question. The question is, when a devotee who already has some faith but also has not yet
at least material attachments, subtle or gross, ask Krishna for the fulfillment of some material desires, it can be such thoughts, but they are not dominating the mind. And Krishna fulfills these desires. Also, it would seem that the logical probability of their realization is quite small, but it happens. The devotee rejoices, and perhaps not so much from receiving this benefit, but from the fact that he is conceived that Krishna is in his life, and he participates and helps. At the same time, the devotee thinks that, Lord, I dared test Krishna for such nonsense. But on the other hand, it's a valuable experience and a great joy that here he is, Krishna appeared and manifested. And it's not even so valuable that he got this as a result as this joy from Krishna's answer. And the question is whether it's so bad if a devotee doesn't just want to enjoy something, want to enjoy something, but he wants to make sure that Krishna is in his life and develops relationships in this way. He treats this request with some embarrassment, and at the same time he realizes that this consciousness has not yet grown to deep spiritual requests, and he also wants to remain sincere and not to portray a lofty spiritual level, but which he has not actually reached. So he asks at his own level. Well, yes, it's good to act at your own level. You should know what level you're at, but you shouldn't just want to remain at that level all the time. You should want to progress. Да, конечно, хорошо действовать на том уровне, на котором вы находитесь, очень хорошо понимать его, но тем не менее, мы не должны на этом уровне оставаться долго, вы должны прогрессировать. For some time we may act at that level, but we understand the limitations of our level, we understand that we're not really on the platform of, you know, a very good devotion. That it's more material, mixed with our own material affections. И на какое-то время мы можем оставаться на этом уровне, но мы должны все же понимать, что мы не должны оставаться на нем слишком долго, поскольку здесь есть примесь наших материальных привязанностей. So we have to be careful about that kind of mood, that we get too much stuck on that level and we never progress. И мы должны быть очень осторожны, внимательны к такого рода умонастроению. Мы не должны застревать на данном уровне, и мы должны совершать какой-то прогресс. There has to be some kind of program where we can increase and enhance our service to Krishna. Должны быть какие-то программы, когда мы повышаем свой уровень сознания Кришны. So we encourage the devotees, don't get too much engrossed in these material relationships, and we have affection for people, and we like to bring them to Krishna consciousness, but we can spend so much time trying to bring people to Krishna consciousness who don't want to come to Krishna consciousness, that eventually it becomes just a waste of time. И мы должны помнить о том, что да, мы тратим какое-то время, много времени на то, чтобы привести людей в сознание Кришны, тех людей, которые не хотят идти туда, и мы должны понимать, что это просто трата времени. We saw Srila Prabhupada, he was trying to preach at home, and he was trying to do programs in his house. But his wife, she didn't like to come to the programs.
Мы видели, мы знаем, что Шрила Прабхупада, он пытался проповедовать дома и делал дома какие-то программы, но его жена на эти программы не хотела приходить. And then at one point even his own books, his scriptures which he was using, they all went missing. And so he was very discouraged, he understood, he had no choice but to leave home. И в один прекрасный момент все книги, все священные писания, которые он читал, которыми он пользовался, они исчезли. Он был очень обескуражен этим, очень разочарован. Он понял, что настал момент покинуть дом. When he was bringing money to the home, then everything was okay. Everyone was nice to him. But as soon as he stopped bringing money to the home, then the mood changed and people were no longer courteous. И пока он приносил домой деньги, все вели себя по отношению к нему очень хорошо, но как только он перестал это делать, все сразу от него отстранились. So Prabhupada understood this is Krishna telling him that it's time for him to go to get out from the home. И Шрила Прабхупада понял, что Кришна говорит ему, что настало время ему уходить, и он уходить, покинуть дом. So we try to bring people, you know, we have affection for people, and we try our best to bring them into Krishna consciousness, but we have to understand there will be limitations. If they don't want Krishna consciousness, then we can waste our time. И мы должны приводить людей в сознание Кришны, но мы должны понимать, что если они не хотят и приходится идти в сознание Кришны, есть какие-то ограничения для них, то для нас это будет просто пустая трата времени. So we can't be too much attached to these things. Мы не должны быть слишком привязаны к этим вещам. We can't be too much attached to who we want to be a devotee and who will become a devotee. Ultimately, it's up to Krishna. Krishna's in everyone's heart. И мы не должны зацикливаться на том, что тот, кого-то мы можем сделать преданным, а Кришна находится в сердце каждого. It's Krishna who picks the devotees, not us. Это Кришна выбирает преданных, а не мы. I don't know if that answers your question. Does that help? Я не знаю, является ли это ответом на ваш вопрос. Это как-то вам помогло? Да, я вполне все понял. Это расширило даже мой вопрос. Я очень благодарен вам, дорогой Махарадж. Thank you, Guru Maharaj. I understood everything. It's much more than I just expect from your answer. I'm very grateful for your answer, Guru Maharaj. Okay. And Prabhu has two more questions. Ваши вопросы, Прабху, дальше, пожалуйста. Пример с металлическим прутом и огнем. Мы раскаляем свои материальные чувства духовным огнем и можем так ощутить духовную эмоцию. Вопрос, но это же не меняет природу прута, он остается металлом. И когда выходит из огня, опять станет холодным и твердым. Не духовным, а материальным. Что за этим стоит, что за этим примером стоит, что это означает? Не выходить из-под влияния духовного жара – единственный способ. Но, судя по этому примеру, прут останется металлом. С другой стороны, материальная энергия – это тоже энергия Кришны. И можно ее принимать как помогающую нам бороться с недостатками. Так ли это? Поясните, пожалуйста, эти моменты. Спасибо. The second question is an example with metal rod and fire. We heat our material feelings with spiritual fire, and we can feel the spiritual emotions in this way. And the question is,
But this doesn't change the nature of the rope, of the rod. It remains metal. And when it comes out of the fire, it will become cold and hard again. Not spiritual, but material. What is behind it? What does it mean? Not just to get out of the influence of spiritual heat in is the only way, but according to this example, the rod will remain metal. On the other hand, this energy is also the energy of Krishna, and can it be taken as helping us to fight against our shortcomings? Is it so? Please explain these points. Thank you. What was that last part? Can it? And on the other hand, this energy is also the energy of Krishna, and can it be taken as helping us, as helpers, as helping us to fight against these shortcomings or just disadvantages of ourselves? Is it so or not? Of our faults, for example, just this. Can we just consider that energy of Krishna help us to fight with our faults? Oh, yes, well, certainly Krishna has a plan for all of us, and he wants to bring us all back to Godhead. So he's using his energies in different ways to enlighten us and to take us out of this material world. Some people will take a long time, and others it will be more quick, more direct. И, конечно же, Кришна хочет вернуть нас домой, обратно к Богу, и Он использует все свои материальные энергии для этого. И для кого-то, для одних людей это быстро, а для других людей это занимает достаточно много времени. Some people are ready to give up sense gratification, and others are more attached to sense gratification, and they have to prolong their material existence. И некоторые люди не привязаны к материальным наслаждениям, а другие к ним привязаны, они хотят продлить свое материальное существование. But the whole material world is created by Krishna simply to frustrate us about the plans for sense gratification and to bring us out of this material illusion that we can enjoy or that we can be happy here. Но весь материальный мир создан Кришной лишь для того, чтобы разочаровать нас во всех этих материальных наслаждениях, и для того, чтобы мы поняли, что все это иллюзия, и здесь не может быть наслаждения, удовольствия. Yeah, the temporary nature of the material world and the flickering pleasures which are there are just to teach us the illusion of material life. И на самом деле временные удовольствия материального мира и эти удовольствия как вспышки, и это дает нам понимание, что весь этот мир — иллюзия. So you gave the example about the metal rod and the fire. The metal rod goes in the fire, comes out of the fire, but the point is that while it's in the fire, it's heated up, and it does go through some changes, and when it comes out from the fire, then generally it will be in a different shape. It may even melt, it may even lose its form and take another shape. И вы здесь привели пример с металлическим прутом и огнем. И смысл в том, что когда он находится в огне, он меняет свой вид, свою форму, и он может даже как-то размягчиться. Когда он выходит, когда его вынимают из огня, он может поменять свою форму. And the heating which the metal rod undergoes helps to strengthen the qualities of the metal bar, that it will develop more more resistance and greater strength than previously.
И на самом деле это, этот нагрев, он меняет качество этого металлического прута, и он делает его более крепким, то есть его сопротивление становится, стойкость, а жаропрочность, устойчивость становится больше. So the same way, living entity in contact with the material energy, then gradually we also develop a proper understanding about the material energy, and we will deal with it in a cautious manner. И на самом деле, когда живое существо, оно взаимодействует с этой материальной энергией, оно понимает ее природу, и затем оно уже взаимодействует с ней более внимательно, более осторожно. Шрила Прабхупада would sometimes say that my disciples are not afraid enough, they're not afraid enough of Maya. И Шрила Прабхупада иногда говорил, что мои ученики недостаточно боятся Майи. So the more we're in contact with the material energy, then we get burned. We get burned, and then when you get burned, then you're more cautious in how you deal with it in the future. И когда мы взаимодействуем с материальной энергией, мы сгораем, мы горим, и это становится причиной того, что в будущем мы становимся к ней наиболее внимательны, наиболее предусмотрительны. So we see the material energy like that it's Krishna's energy for purifying us. At the same time, for some people, the material energy is there for them to satisfy their senses, and ultimately that sense satisfaction will become frustrated. И для некоторых людей энергия Кришны – это то, что очищает их, а для некоторых это то, что приносит им материальное удовлетворение и материальные наслаждения, но они существуют лишь для того, чтобы они пришли к разочарованию. Persons can be very enthusiastic for material sense gratification, but gradually in course of time they will lose that, they'll realize the temporary nature and the flickering pleasures of material life, that they have no real meaning and it's all a useless endeavor. И, конечно, человека могут очень радовать эти материальные наслаждения, но с течением времени он понимает, что вся эта временная природа и вспышечная, скажем так, вспышки этих материальных удовольствий, они не имеют на самом деле особого значения, и все их усилия, они пусты. We're seeing at the present time with the pandemic situation around the world that people have lost a lot of their, many of their attempts for economic prosperity have met with failure, and there's a general decline in the economic level around the world. It's so much, everything has gone down a lot. So it's a great lesson to people, and we hope it Prabhupada said it will give people, it will improve the opportunity for preaching and introducing spiritual life to people. И сейчас мы видим эту ситуацию с пандемией во всем мире, и это когда люди пытаются удержать свое экономическое положение каким-то образом, но тем не менее экономика приходит в упадок, и для всех, для нас это большой урок. И Шрила Прабхупада говорил, что в такие моменты нужно увеличивать, усиливать свою проповедь ради духовного блага людей. So it's a good time to distribute literature and try to contact as more people as possible, you know, do more preaching and go outreach and try to meet people and give them information about the nature of the material world. Это хорошее время для того, чтобы распространять книги и давать людям всяческую информацию о материальном, о том, каков же материальный мир. People need to hear. They need to hear. We need to. We have the knowledge. We have all the information.
We should share it with them, we should tell them what is the nature of this material world. У нас есть знания, есть вся информация о том, какова природа этого материального мира, и мы должны делиться этими знаниями с людьми. Of course, not everyone will accept, but there are many people out there who are very willing to hear and who will be greatly benefited by hearing our Krishna conscious philosophy. Конечно, не каждый это примет, но тем не менее есть много людей, которые жаждут это услышать, и они получат великое благо от понимания философии сознания Кришны. Okay, what's the other question? И следующий ваш вопрос, пожалуйста, Прабху. В последние годы... Спасибо большое, замечательный ответ, я очень... впечатлен. Последние годы в объявлениях о лекциях и тому подобных мероприятиях при указании имени преданных, которые их проводят, добавляют его милость. Я слышал от старшего преданного, что раньше такого не было. Его милость добавляли только к очень и очень уважаемым преданным, как правило, ученикам Шрилы Прабхупады. А потом как-то повелось и стали добавлять к имени многих грихаст. Проясните, пожалуйста, как правильно использовать это обращение. And in recent years, in the announcements of lectures and similar events, when specifying the name of the devotees who just will give these lectures, His grace is added, these two words, His grace and the name of the devotee. I've heard from the senior devotee that there was no such thing before, and these words, His grace, was added only to very, very respected devotees, usually Srila Prabhupada's disciples. And then somehow it happens, and they began to add many these words to many Grihaskas' name. Please clarify how to use this just correctly. Well, it's just respectful to address some. Anybody could be His grace. Anyone can be His grace. Anyone doesn't have to be a very advanced devotee or senior devotee. It's not meant for just Prabhupada's disciples, but of course, something which you may not be used to, but it's Vaishnava culture to give proper respect and honor to other devotees. И эти слова на самом деле можно употреблять ко всем. Это не обязательно должны быть только ученики Шрилы Прабхупады. Возможно, вы этим просто не привыкли к этому, не пользовались этим. Но на самом деле это просто вайшнавская культура, как с помощью этих слов вы выражаете другому человеку свое почтение. Yeah, we say His grace or Her grace. It's just respectful in dealing. Just like you could say Mr. or Mrs. or Madam, like that. So we say Her grace. You know. Мы говорим Его милость или Ее милость. Это мы просто таким образом выражаем свое уважение, как если бы вы сказали господин или госпожа или как-то мадам. То есть это просто уважение. Of course, sometimes we say Prabhu. Prabhu means master. That's also very respectful. И иногда мы говорим Прабу, а Прабу это означает господин. Это также очень уважительно. So Her grace or His grace, that's like the Western equivalent of Prabhu. И ее милость или его милость это западный эквивалент к слову Прабу. I don't think it's a big thing. Don't take it so seriously. It doesn't. It's just giving respect. We do want to encourage devotees to respect each other. Я не думаю, что это какая-то очень серьезная вещь. Не должны выражать свое почтение преданным. Вот это нечто особенное, это то, что мы, те слова, которые мы употребляем рядом с именем Шрилы Прабхупады.
But His grace or her grace that can be used. Ее милость это можно употреблять рядом с именами преданных. Yeah, that's my opinion. My, I don't mind people being called His grace or her grace. I don't see anything wrong with it. И это мое личное мнение. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы люди называли преданных Его милость или ее милость. Sometimes we give titles, to, like Prabhupada would write letters to devotees and he would address them, you know, and then maybe grihasthas, he would address them as His grace, and he would maybe put also das adhikari, adhikari, das adhikari. Писали письма, да, когда Шрила Прабхупада перепечатывали письма, и когда Шрила Прабхупада писал и обращался, допустим, его милость к преданным, либо иногда он использовал слова «дас адхикари». Just like the brahmacharis, they, you know, would say «дас брахмачари», but people in householder life would say «дас адхикари». И мы используем «дас» по отношению к брахмачари, но когда люди являются грехасками, мы говорим «дас адхикари». So it's disrespect. It's not a big title. It's not a big honor. It's just a nice respectful way of addressing someone. И это просто уважение. Это не значит, что мы оказываем человеку какую-то огромную, величайшую честь. Это просто уважительное отношение по отношению к нему. We don't want to get disturbed by hearing this. И мы не хотим как-то, чтобы преданные испытывали беспокойство, когда не слышат это. Okay. Any other question? Следующий вопрос, Юна Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Примите мои смиренные поклоны. Многие люди подчиняются Майе, потому что она использует наш собственный ум. И тогда мы думаем, что это наши собственные мысли. Как нам избежать ловушки этой иллюзии? Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Many people obey Maya because she uses our own mind. And then we think that these are our own thoughts. How can we avoid this illusion? Well, we have to keep the mind in Krishna consciousness. You have to chant Hare Krishna and think of Krishna and fill the mind with thoughts of Krishna. Мы должны погружать свой ум в сознание Кришны. Мы должны повторять Hare Krishna и думать о Кришне. The more you're thinking of Krishna and Krishna's service, then the less these thoughts will come in the mind. Чем вы думаете больше вы думаете о Кришне и служении, тем меньше таких мыслей приходит в голову. So hearing and chanting is very important. If you increase your hearing and chanting, hear more about Krishna and chant more about Krishna, then the mind won't have time to think all this. И на самом деле, когда мы больше времени уделяем слушанию, воспеванию, то у ума не остается времени, чтобы думать обо всем этом. So we have to be on guard. To keep the mind always in Krishna consciousness. Таким образом, мы должны всегда стоять на страже того, чтобы содержать свой ум в сознании Кришны. Don't let the mind wander away from Krishna. Не позволяйте уму далеко отходить от Кришны, блуждать где-то. All right. Another question. Следующий вопрос, Александр Прабуаш, пожалуйста. Я зачитаю. Харе Кришна, ваше святейшество, правильно ли я понимаю, что вначале нужно привязываться к представителю Шрилы Прабхупады, представителю Шри Кришны, гуру, и лишь потом любовь чистого преданного может отразиться в сердце ученика. Очищение и освящение сердца — это одно и то же. Hare Krishna, Your Holiness,
Am I understand correctly? Do I understand correctly that in the beginning one should become attached to a respective, one should be attached to the representatives of Sri Krishna, to a guru, and only then can this love of a pure devotee can be reflected in the heart of a disciple. Is cleansing and softening of the heart the same things? Yes, well, cleansing and softening of the heart come about through the process of devotional service. And the devotional service is performed under the direction of the spiritual master. So you have to have love, you have to have some respect and appreciation for the spiritual master. И это очищение и размягчение сердца, это то, что происходит в процессе исполнения наставлений духовного учителя, и вы должны... And you should what? Guru Maharaj, would you repeat, please? You have to have love and respect for the spiritual master. И поэтому вы должны выражать свое почтение, и вы должны любить своего духовного учителя. When the spiritual master tells you to chant 16 rounds, we have to accept that instruction and take it, keep it within our heart and follow it very faithfully. Если нам духовный учитель говорит читать по 16 кругов, то мы должны принять это наставление в самое свое сердце с большой верой и должны делать это. The spiritual master tells you follow the four regulative principles, and if we're thinking, oh, there's so much trouble, I don't know why he wants me to do this, and then of course then we don't have a good relationship with the spiritual master. И если нам духовный учитель говорит, что мы должны следовать четырем регулирующим принципам, а мы думаем, о, мне это не нравится, я не хочу этого делать, то, конечно же, у нас нет хороших отношений с духовным учителем в этом случае. So spiritual master's instructions are very important for us. We have to take them very seriously. And we have to keep them always in our mind and think how to follow them more carefully. И наставления духовного учителя, они очень важны, мы всегда должны держать их в нашем уме и стараться выполнять их более внимательно, более серьезно. At the same time, the relationship between the disciple and the spiritual master should not be material, it should be spiritual. И в то же самое время отношения между учеником и духовным учителем не должны быть материальны, они должны быть духовны. It should be in relationship to Krishna. Они должны быть связаны с Кришной. And that will bring us to the higher levels of Krishna consciousness. И тогда это приведет нас к более высоким уровням сознания Кришны. You have to have that get direct. You have to have that connection with the spiritual master. И вы должны иметь эту связь с духовным учителем. Okay. Next question. Yeah. Юна Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Харе Кришна, Гуру Махарадж, может ли человек возгордиться, получив милость Кришны? Или такой человек находится уже на таком уровне, что для него невозможно возгордиться? Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, can a person become proud after receiving the mercy of Krishna? Or is such a person already at such a level that it's impossible for him to be proud? Well, it depends. There are levels at which one it would be impossible for one to be proud. For example, if one is on the level of pure love of God, then he wouldn't be able to become proud.
Да, есть такие уровни, когда человек уже не гордится, и это уровень чистого преданного. We explain people on the level of pure love of God. They always think I don't have any love for God. Everyone else is love of God except me. И мы описывали людей, которые находятся на уровне чистой любви к Богу, и они думают, что все вокруг имеют эту чистую любовь к Нему, кроме меня. So they consider themselves to be the lowest. То есть они считают себя самыми падшими. This is a sign of the advanced devotee. Таков признак продвинутого преданного. They're not proud. They consider themselves very fallen, very low. Такие преданные, они никогда не гордятся, они считают себя очень падшими, самыми низшими. We see in the Chaitanya Charitamrita, the author of Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj, has written about his own condition. И мы узнаем, что автор Чайтаньи Чаритамриты, Кришнадас Кавирадж, он описывал свое собственное состояние. He said, Jagaimadai haiti munishe papishta, purushera kita haiti munishe lagista. The meaning is that he's saying, I am more sinful than Jagai and Madhai. Anyone who utters my name, they lose all their pious activities. И этот стих обозначает, что я более греховен даже, чем Джага и Мадха, и тот, кто произносит мое имя, теряет плоды своих благочестивых поступков. He said, I am lower than a worm in stool. И он говорил, я ниже даже, чем червяк в испражнениях. And when they say this, they actually mean it. They really mean it. They're not just saying it to try to make a show of humility. They actually feel like that. И люди, и эти преданные, которые говорят так, они на самом деле это чувствуют. Они не просто хотят показать свое внешнее смирение, они на самом деле внутри себя так ощущают. So one is thinking like that, he's not going to become proud. И тот, кто думает таким образом, он не станет гордиться. What do we have to be proud of? A little while ago, before we came to Krishna consciousness, we were rotting in Maya. И чему нам здесь гордиться? Перед тем, как мы пришли в сознание Кришны, мы были поглощены майей. Yeah, we were rotting. We were just simply trying to enjoy the material world. But somehow or other, by the mercy of Guru and Krishna, we came to Krishna consciousness. И мы на самом деле были поглощены майей, но благодаря милости Гуру и Кришны мы пришли в сознание Кришны. So what do we have to be proud of? И чему нам гордиться? We're so fallen, we're so unqualified. Мы такие падшие, мы настолько неквалифицированы. So devotee, you know, people become proud, it's simply another ignorance. It's a sign that they're not very spiritually advanced. И когда люди гордятся, это значит, что они находятся в невежестве. Это знак того, что они не очень духовны и духовно развиты, духовно возвышены. Of course, sometimes this pride comes in the heart of people who are quite advanced. Конечно же, иногда гордыня приходит в сердца тех, кто достаточно продвинут. So one must always be careful, must always pray to Krishna. Please protect me. Please don't let me become proud.
И поэтому человек всегда должен быть очень осторожен и молиться Кришне: «Пожалуйста, защити меня, пожалуйста, не позволяй мне возгордиться». Okay. Next question. Yeah. Валентина Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, это Валя Грищенко из Биробиджана. Хари Кришна, ваша милость, Гуру Махарадж, собравшиеся преданные, примите мои поклоны. Скажите, правильно ли я мыслю? Была в храме на 2 дня с ночевкой, полное погружение в преданном служении, уборка, готовка, гирлянды, харинама, общение с преданными, слушание Клаши Мадбага, в этом повторение святого имени, даршины праздничные, воспевание, танцы, ну и так далее. И осталась сильная самскара о другой настоящей реальности в преданном служении. Но приехав домой, сваливается такое разочарование и трудности. Но я все равно терплю и продолжаю держать в мыслях еще возможность так послужить, поехать в храм. Рома тяжело служить, в храме нектар. Как настроиться на служение, где бы ты ни находился? Спасибо. И второй вопрос сразу зачитаю. И можно ли медитировать на и просить Кришну о переезде в Хабаровск ближе к храму? Хари Кришна. Hare Krishna, your grace, Guru Maharaj, and all the devotees, please accept my humble obeisances. Do you understand correctly this situation? Following situation, I was in the temple for 2 days, I stayed there at night, and I was just full, just engaged in devotional service, cleaning, cooking, making garlands, harinama, communication with the devotees, listening to Srimad Bhagavatam, chanting the holy name, festivals, darshans, chanting, dancing, and etc. And it was a strong samskara about another reality in devotional service. But after arriving home, there was such disappointment and difficulties. I am just, I tolerate this and continue to keep in the mind the possibility of going to the temple. It's hard to serve at home. There is nectar in the temple. How to tune to the service wherever you are? Thank you. Well, you want to try to see that the people in the home are also favorable to Krishna consciousness. Здесь вы должны понимать, что люди дома, они также очень благоприятствуют преданному служению, сознанию Кришны. Are you alone at home, or do you have other people there who are not devotees? Вы одна дома, или у вас дома есть еще другие домочадцы, которые преданными не являются? Да, у меня есть муж и сын и дочь. Ну вот есть, да, я с семьей, с двумя детьми живу и мужем. Дочка замужем уже уехала, да. Ну вот втроем мы живем, но они не преданы. Ну сын, конечно, привлекается, там, просад и слушает Кришну, читает Бхагавадгиту. Но муж нет, он категорически, он просто не принимает никак. Husband, I have husband, daughter and son. But daughter is already married and she is gone from our home. Son, he just he accepted all these things. He accepted prasadam, but husband is totally just against it. Well, that's probably the problem. Возможно, в этом и проблема. That you have people at home who are not so favorable to Krishna consciousness. Возможно, потому что это все происходит потому, что люди у вас дома не благоприятствуют вашему сознанию Кришны. It's a very big factor in cultivating Krishna consciousness that you really want to have the
favorable atmosphere at home from the other family members. И это очень важный момент, когда дома у вас создается атмосфера, когда другие члены семьи, они благосклонно относятся к сознанию Кришны. And of course, when you were married to your husband, at that time you were not a devotee. And so over the years, somehow, you know, you've developed you changed, that you became a devotee, and your husband didn't maybe appreciate the changes. И, конечно же, когда вы выходили замуж, вы еще не были преданы, но с течением времени вы приняли сознание Кришны, но ваш муж, он не претерпел таких изменений. So you have to really be conscious of your husband, you have to really try to take care of him and make him feel satisfied and happy with you. И поэтому вы должны уделять внимание своему мужу и заботиться о нем, и пытаться делать все так, чтобы он был счастлив рядом с вами и доволен. Trying to keep the family relationships is very important for your devotional service. И поддерживать семейные отношения как нечто очень важное для вашего преданного служения. So, certainly it's not an easy thing, we know there are many difficulties. Конечно же, мы понимаем, что это не такая уж и простая вещь, что в этом очень много сложностей. And this is an issue faced all over the world, not just in Russia, but everywhere in the world where people are married and have families, they have this problem. Но на самом деле эти проблемы существуют не только в России, они существуют по всему миру, где только люди находятся в супружеских отношениях, это существует везде. So you have to really think carefully and be very very determined, tolerant, patient. You have to show all good qualities and try to help to smooth out the relationships at home so that people are not unfavorable to your Krishna consciousness. Таким образом, вы должны проявлять решительность и покладистость и мягкость таким образом, чтобы люди не проявляли какого-то неблагосклонного отношения к вашему сознанию Кришны. So this is something you have to do yourself, you know, nobody can help you, you know, he's your husband, you have the relationship with him, you have to really think more deeply and be more cautious about what you do and what you say and how you behave so that you can not disturb the home too much. И на самом деле это должны сделать вы сами, никто вам в этом не сможет помочь, поскольку это ваш муж, и вы должны быть очень внимательны и предусмотрительны о том, что вы думаете, что вы говорите и что вы делаете, чтобы ваше сознание Кришны оставалось на должном уровне. It's a challenge, we know, it's not easy. But it's very important. You want to keep your marriage, keep your home together. You have to do this. Да, это мы понимаем, что это вызов и очень сложно, но тем не менее вы должны поддерживать свой дом и свой брак. Now Draupadi, she had 5 husbands. And she was very expert to keep them all happy. И у Драупади было 5 мужей, и она была большим экспертом в том, чтобы делать их всех счастливыми. It was arranged that she would live with each husband for 1 year. So she lived with, first of all, Yudhisthira, then she lived with Bhim, like that. And so, like that, for 1 year she was with each brother, not that she was with them, but at the same time she was very careful to keep good relationships with all of them. И было устроено так, что она
каждый год, один год проводила с одним из своих мужей, то есть сначала один год с Юдхиштхирой, затем с Бхимой и так далее, но тем не менее, даже когда она проводила этот год с одним каким-то мужем, она была очень внимательна ко всем остальным своим мужьям. So, when Krishna's queens came from Dwarka to Kurukshetra, when they met with Draupadi, they would ask Draupadi, you know, how do you do it? How do you keep your husbands happy? Because they all had Krishna for a husband, and they wanted to keep Krishna happy. И когда жены Кришны прибыли на Курукшетру, они спросили Драупади, как ты делаешь это, как ты делаешь своих мужей счастливыми, поскольку их мужем был Кришна, они хотели сделать счастливым его. So you also have to learn, you have to maybe get advice from other ladies who are in similar situations, whose husbands are not devotees, and find out from them how to adjust things, how to handle affairs. И, возможно, вам хорошо было бы пообщаться с другими женщинами, которые находятся в такой же ситуации, которые знают, как это делать, как они все устраивают, чтобы их мужья были счастливыми. And when your husband, if you can somehow adjust the situation at home, that would help a lot for your Krishna consciousness. И если вы каким-то образом организуете ситуацию, все устроите дома, то это поможет вам в вашем сознании Кришны. Srila Prabhupada would sometimes tell ladies that you have to keep Krishna in your heart. Just like the woman has another lover, so she's very careful that her husband doesn't find out. So she'll do all her duties very carefully, because she doesn't want her husband to know that she has another relationship with another man. И Шрила Прабхупада часто говорил женщинам, держите Кришну в своем сердце. Таким образом, это значит, что вы выполняете свои обязанности дома самым наилучшим образом, чтобы ваш муж не узнал, что у вас есть отношения с другим мужчиной. So Krishna is like your lover. You have to keep him very secretly in your heart, and you don't reveal too much to your husband. И Кришна точно так же, и Кришна, он подобен как подобен вашему возлюбленному, и вы держите его глубоко в своем сердце и не проявляете слишком явно это для своего мужа. But instead you're more careful to be a good wife and to please your husband. You make do everything very satisfying for him. You want to keep him happy. То есть вместо того, чтобы удовлетворять своего мужа и пытаться делать то, что он хочет, вы просто пытаетесь сделать его счастливым. Окей, Hare Krishna. Hare Krishna. И Mataji has second question. Is it possible to meditate and ask Krishna to move to Khabarovsk to be closer to the temple? She is from Birbidjan. Is it what? Is it possible to move to Khabarovsk? Yes, to be closer to the temple. Well, that's something you have to consider for yourself, along with your husband. Can you move your house? Is it convenient? Но это то, что вы должны решить сами вместе со своим мужем. Будет ли это удобно переехать? You have to be able to. Maybe you have to change your job, find new jobs. It's very different. You move to a new place. It's a new different. Everything changes. Not very easy thing to do. You have to consider very carefully. И вы должны очень внимательно это все продумать, потому что если вы переедете на новое место, то вам нужна будет какая-то новая работа, то есть это будут какие-то изменения, поэтому вы очень хорошо должны все обдумать. Okay. Next question. Yeah. Елена Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста, Елена Дмитриева. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите мои поклоны, пожалуйста.
в лекции вы сказали, что тот, кто полюбил Кришну, его ум поглощен только Кришной, и другие ему не нужны. С другой стороны, Кришна в сердцах преданных и вообще всех и можно строить отношения с другими, как с Кришной. Почему тогда тому, кто любит Кришну, никто не нужен, если Кришна во всех? Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, and the devotees, please accept my humble obeisances. You've said that one who loves Krishna and his mind just focused only on Krishna, is absorbed only by Krishna, and he doesn't need other people. On the other hand, Krishna is in the hearts of the devotees and everyone in general, and one can build relationships with others as with Krishna. Why then does one who loves Krishna need no one if Krishna is in everyone? Thank you. If Krishna is in everyone, why does Krishna? Why a devotee, when he loves Krishna, need no anyone, if Krishna is in everyone. Well, yes, if you have that consciousness, then you can see Krishna in everyone. Then it's all right. Но если у вас есть такое понимание, есть такое осознание, вы можете видеть Кришну во всех, тогда хорошо. If you are on that level, if you're able to see Krishna in everyone, then not a problem. Если вы находитесь на этом уровне, если вы можете видеть Кришну во всех, тогда это не проблема. Go ahead. It was the last question. Oh, okay. All right, so we'll stop here today. Сегодня мы здесь остановимся. So thank all the devotees for their questions. We thank also Tatyana Maharaji for her translation. Спасибо всем преданным за ваши замечательные вопросы. Thank all the devotees for listening. Спасибо всем за то, что вы слушали. We hope you had a good Janmashtami and Vyasa Puja. Я надеюсь, что вы замечательно провели Janmashtami и Vyasa Puja. And we hope to see you all next week. И надеемся встретиться с вами на следующей неделе. So please take care, stay healthy. Пожалуйста, заботьтесь о своем здоровье. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Go back to Vrinda ki.